Салам алейкум, пацаны! Иху! Есть новый, короче говоря, кулаки. Сегодня Гарена Free Fire для всех нас уже добавила. Также, конечно же, сегодня я вам покажу, как каждый из вас может забрать себе любителям СНС бесплатно комнату личного острова. Так, заберем сегодня халяву и расскажу про уже завтрашнюю бесплатную халяву. Ролик будет максимально интересным по-братски. Попрошу каждого из вас поставить максимально лайков. Обязательно не забывайте, друзья мои, подписаться на мой телеграм-канал. Также подпишитесь на YouTube-канал. Друзья мои, 200 тысяч немножко осталось. До 200 тысяч чуть-чуть осталось. Так что каждый из вас обязательно подпишитесь, пожалуйста. Подписка на канал, колокольчик, лайк. Нажимайте все уведомления и, конечно же, пишите что-нибудь в комментариях. Не забывайте писать что-нибудь также в телеграм-канале, подписывайтесь, тоже ссылку в описании, где для вас много чего укладываю. Ладно, тянуть не буду, поехали. Быстренько мы заходим в халяву. Халява, конечно же, у нас будет в убежище, где каждый из вас может забрать себе бесплатно лутбокс на оружие, короче. Вы ничего не видели, короче. Обычно падает на оружие, но сегодня что-то мне ничего не упало, конечно. Так, ладно, поехали дальше. Дальше, конечно же, сегодня у нас 26 число, друзья мои. 26. И сегодня каждый из вас забирает себе бесплатно на 2 часа личного острова комнату. Сыграй одну игру в режиме, и ты забираешь ее бесплатно. И завтра, друзья мои, совершенно бесплатно завтра уже выходит магический куб, машина, новая эмоция. Также событие «Позови друга», где каждый из вас может забрать себе целых 20 тысяч алмазов. Это реально очень бомбово. Завтра уже забираем всем. И завтра, скорее всего, или послезавтра уже выходит новый тайный магазинчик. Также нам Гарена Free Fire добавила новые кулаки. Конечно же, для вас я делаю конкурс. Под этим видеороликом, если набираем 1000 лайков, 1000, это очень мало. Конечно же, выберу в телеграм-канале одного победителя, которому выбью эти кулаки. Одного победителя, друзья мои, только если набираем 1000 лайков. Конечно же, по-любому нам эти кулаки Гарена Free Fire раздаст бесплатно. Вот, по-любому мы их получим бесплатно. Так что я немножко их покручу, покажу, как оно вообще выпадает, эти сферы, да. Вот, если выпадать будет быстро, то, может быть, даже их и заберем. Так, ладно, давайте быстренько покрутим. 179 алмазиков, первый прокрут. Друзья мои, давайте быстренько 1000 лайков, и каждый, точнее, кто-то из вас заберет себе в телеграм-канале, выберу победителя по рандомайзеру, тот заберет себе бесплатно этот, скажем так, бомбовый, в смысле? А так можно было? В смысле? А почему я столько забрал всего? Забрать на склад? Это мне так повезло, что ли? Нифига! Призы! Ема, еще можно стенку выбить. Ема, сколько тут всего можно выбить. Ну-ка, пробуем, друзья мои, еще раз. Пробуем, пожалуйста. Ну. Не падает. Смотрите, как оно первый раз удачно выпало. О, есть. Этого у меня тоже нету. Нормально. Стеночку забрали, тоже хорошо. Все. Так, призы мы позабирали. Так, это мы забираем на склад. И это забираем тоже на склад. Забрать. Так, забрали. Крутим еще раз. Давай, сфера. Нет. Крутим еще раз. Давай. Нет. Крутим еще раз. Давай. Нет. Ладно, сейчас. Так, мы позабираем то, что нам надо на склад. Забрать. Так, крутим, друзья мои. Это все крутим. Нифига не поупало. Так, это мы забираем тоже. Так, давай, пожалуйста, выпади. Давай, на изи.
Давай, на изи выпадай уже, давай, пожалуйста. Мне нужна еще вторая сфера, братва. Давай, кинжал забрать. Есть. Изи. И эмоцию убили, которую у меня, скорее всего, нет, да? Или есть? Нет, эмоция есть. Так, в общем, все, мы забрали то, что нам надо. Это мы крутим. Давай, быстренько, давай, на изи, давай. Все, так, это нам тоже. Так, это мы тоже крутим. Давай. Бутбокс забрали. Так, ну еще можно. Ну, в принципе, я считаю, хватит. В общем, друзья мои, надеюсь, вам все понятно, что нужно делать, чтобы забрать себе бесплатно вот это то, что я вам говорил, да? Вот, обязательно, друзья мои, ставьте лайк, подписка на каналчик, и кто-то из вас заберет кулаки. По-любому мне эти кулаки выдадут по-любому, так что выбивать дальше я не буду. Вот, конечно, братва, не забывайте про настройки. Если кому-то из вас нужны настройки, спокойно можете приобретать. Пишите мне ВКонтакте, ссылка на мой ВК в описании. Приобретайте, цены реально недорогие, каждому из вас настроим телефон до идеала. Очень многие приобретают меня каждый день. И, слушайте, все довольны, даже советуют своим друзьям. Потому что если хотите настроить и не знаете, к кому обратиться, спокойно обращайтесь ко мне. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, всех обнял. Будет я вас битва. Очень сильно люблю, стань до новых легендой. Встреч. Ждите, скоро я вернусь домой, и будет много контента. Всем пока.